Так, ну все, вот мы туалет переставили. У нас кустик красивый. Тут бардак весь прибрали. Все сложили, распилили. Тут было все заросло крапивой. Сейчас красота у нас получается здесь. Окна тоже мастер сейчас делает новые. Местные тоже порядок наводят. Дядя Володя, сосед. Так, тут у нас палисадник. Смотри, как красиво стало. Все выгребли. Фундамент залили. Тут только у нас шишки теперь. Мусора маленько еще есть, но это строительный. Это тоже все уберем. Поля распустились. Так, это прибрать надо будет. Самосад будем трясти, сушить. Сейчас буду косить, продолжать. Тут тоже к туалету залили. Тут тоже красота. Вот так. Жена будет ходить по чистенькой дорожке. С огородом еще вопрос до конца не решен. Еще фрезой распашем, вот где вот зеленое все. Сейчас буду косить. Тут тоже сделали дорожки. Здесь посадим клумбу. Тут тоже еще строительный мусор все приберем. Ну вот так. Тут тоже залили бетон. Видите? Все ровненько. Так, печку. Лена работает, он печку делает. Петька тут тоже чинит печку. Вот, плиту новую поставит. Hello, господа. Да, он Лен, помаши рукой. Hello. Вот так, hello. На, ты помаши, давай. О. Вот так Лена печку замазала. Смотрите, красота. Сейчас Лилика на нее посмотрит, Лен, свою работу. Обалдеет. Мне шибко нравится. Лена у нас профессионал. Видали? Так. Тут тоже смотрите, как она замазала. Оцените работу. Красота. Мне шибко нравится. Тут уже у нас тоже это фасад такой готовый. Так и будет. Видите, под дерево красиво. Тут сделали асбестовый лист ровненький. Прикрутили, видишь? Тут тоже. Тут утеплитель. Тоже это все заделается. О, пожалуйста. Выгребная дверка. Тут тоже все заделано. Труба все проложена. Тут красота у нас уже. Если трудиться, все получится. Плита. Так, тут так. Вот места сейчас много. Переделали. Будет много дров ложиться. Тут тоже все это бардак уберем. В конце уже потом, когда клининг будет у нас полностью. Тут всякие материалы используем строительные. Замазываем. Вот, склеим это. Такая глина получается. Кладочная глина. Глина шамотная называют. Видите, шамотная. И клей термостойкий вот такой вот. Вот используем. Их много видов. Газонокосилка косим. Вот так, видите, сосна получается. У Мазуниных новый забор. Видите, Валентина Александровна сделала. Молодец, красиво. Желательно, конечно, цветной, чтобы он был, но никто не посоветовал, видать. Вот. Ну, хотя бы так уже будет новенький забор. Видите, вот красиво стало у нас. Два забора новых у меня и у нее. Вот у нее домик тоже красивый. Сейчас покажу, как траву косим. Вот сколько скосил уже до дома, тут уже метров, наверное, 150. Обязательно одевайте очки, перчатки. Включаем зажигание. Yeah.
старый забор. Пока в огород бросают, а потом соберу. Береста на растопку. Еще раз хорошенько прокашиваем. Маленько погудело, охладилось вентилятора, можно глушить. О, маленько вспотело, такова деревенская жизнь. Так, ну вот, доски тут нашел, сейчас приберу. Надо леску поменять и бензин заправить. Вот сегодня сколько скосил вот от того дерева. Тяжело косится, потому что ни разу не косилось. И вот до сюда. Так, вот еще у меня здесь косить сегодня. Дай бог, чтобы дождя не было, тучки. Ну так маленько капает, но это хорошо, не жарко зато. Душновато. Тут будет тяжело косить. Вот огородик получается. В сапогах обязательно. Вот так надеваю штаны, лайфхак вам. Видите, вот здесь чисто получается. И в сапоги не летит трава. Я снял, у меня ноги чистые. Уже много лет так кашу. Косилки уже сколько лет, тоже японская эхо. Хорошая фирма. Так, тут тоже вот мы прибрались. Надо все это вывозить, хлам. Посрубили. Тут тоже все поприбрали. Мусора практически нет уже. Там бутылки валялись всякие. Непонятно чьи. Всякие пакеты. Вот тут был завал мусора.
в этой яме, видите, все убрали. Осталась только земля и трава. Так, тут надо еще нитку тут убрать. Вот этот забор еще уберем. Соседка договорился, чтобы ее вот эту усадьбу привести в соответствие. Так, вот деревце растет, я оставлю березку, обкашу. Так, вот досюда мальчишки скосили, вот сколько проволоки нашли. Вот проволока, сейчас соберу. И всякий еще пластик отрезанный. Воронки, наверное, под бензин делали раньше. Петухи орут. Деревья, смотрите, какая красота. Вон озеро. Тишина. Тут пригоню фрезу. Вот это все перепашу фрезой из каштовки. Попрошу мужиков. Дерево ставили. Красиво, смотрите, какое. Можно столик поставить. Лавочки, сидеть, отдыхать после трудовых будней. Так, ну тут мальчишки скосили, молодцы. Это я сторону все скосил. Узда там сегодня покосил, опять поросла трава маленькая. Короче, думаю, здесь будет газон, ничего садить не буду. Полностью будет газон в огороде. Еще трактором здесь все по выровню. Сделаю такую планировку. Газонокосилка косить. Скорее всего, газонокосилку с мотоблоком. Такая есть мощная на мотоблок приставка. Вот, и косить. Чтобы... А тут так тяжело косить леской. Территория большая. Так, а тут мусор такой. Все надо будет собрать. Тут еще пакеты всякие. Так. Тут дерево маленько благородили. Надо бутылки пособирать эти. Уже остается мало бутылок. Так. Тут распилили на дрова, эти столбики стаскаем. Ну вот уже вид получается у дома нормальный. Тоже еще мусор есть маленько. Это еще фреза здесь перемолит все, потом еще выскочит, еще пройду, соберу. Вот такая ступенька у нас, вот видите, здесь повыше земля. О, какое огородище. Можно садить сады, в проволока. Незаметно надо забрать, эту фрезу намотает. Так, вот пенек еще не убрали. Пенек это соберем. Тут я вам его сегодня вот уже вам показывал. Вот так. Вот с соседями. Так получается. Ну что, пишите комментарии, ставьте лайки. Приезжайте в деревню, стройте дачи. Живите. Тишина. Лучше, чем в Кыштовке, лучше, чем в Омске, лучше, чем в Новосибирске, лучше, чем в Сочи. И лучше, чем в Таиланде, в Турции, где только не был я. И в Индии. Родина. Так что дома пустые есть, земли пустые есть. Вот сколько земли. Сади, здесь можно постройки постепенно построить. Вот, держать чушек, коровочек, баранчиков, овечек. Озера рядом, вот озер очень много в Сергеевке. Гусей по 50 штук, по 100 можно держать, у кого здоровье есть. Уток, курей, бройлеров, индюшек. И будет у вас такая же красота. Ну все, машинка дома. Музычку включили маленько, с будоражим Сергеевку. Буду заправлять и дальше косить. О, куда пошел? Води. Так, у нас тут полевой обед. Привет, родня, идите к нам. Чай вкусный. Ага, а земляки? И земляки тоже. Приезжайте с Германии, с Канады назад в Сергеевку. Тут лучше. Тут полевой лук у нас есть. Лен, покажи, как надо лук есть. О, ну-ка, баба Света. О, я тоже ем. С консервочкой, на природе, на родине. А вы там в Германии сидите, не надо приезжать сюда. Меньше народу, больше кислорода.
Ира Дагаева, привет. Ирочка Дагаева, привет, от Московной. Петруха самогонка зачерпнул, идет. Ну давай, Петрух, обмоем дачу, начало. Хоп, так. У тебя это чай, а давай. Самогон, ну да, покажи, как ты пьешь. Запах, да, хоп. А не лезет, да, вода? Самогонка будет вечером, сейчас нельзя. У нас колбаска, хлебушек бородинский, прянички, махан альменинский. Спасибо, Валя подарила. Вот, кушай махан. Что, Лен, вкусный? Лена вот кушает. Лена вспотела вся. И сало угорело. И сало. Мамка сало ест. Такой вид с окна у нас. На родину. Окна потом помоем еще. Рама будем красить. Вот. Отшлифовали. Все будет натурально, как было. Все ободрали, покрасим, будет красота. Фу, ребят, все кашу, пообедали кашу. Маленько передохнуть, тенечка, жара, капец, солнышко встало. Знаете, как там карусели сергеевские. Может, еще подумаем, может, еще и восстановим их. Там лодки вот. Так, еще что покажу вам. В садике вот крышу перекрыли, не показывал. Неплохо сделали. Снегозадержатели поставили. Забор так еще ничего. Пойдет. И вот что хотел показать вам. Смотрите, дядя Володя. Как красиво сделано. Жерди. Вот он тот забор заградил новый рядом со мной. Вот. Только надо ему здесь маленько подпилить, подровнять. Но я думаю, сделает. Мужик хозяйственный. Чтобы было красиво. И жерди какие красивые, это вам покажу. И березка, ну это в смысле деревце, на ветру колышется. И труба. Вот такой аккуратный огород. Тут тоже он заградил новый, видите, все. Вот они живут. Все в огороде у них путем, ровненько. Грядочки он понасаженные. Парничок, дровишка сложена, хозяйственные люди, молодцы. Тут мы тоже бардак это еще поубираем. Вот все эти палки, рубероид. Моя косилка уже устала. Так, ну вот я скосил здесь сейчас. Сейчас тут надо косить. Тут все скосил. Трава жестоко тугая, поэтому приходится на раза на три косить. Эти палки все нахожу, тоже откидываю в сторону, потом соберу. Тут все скосил. Вот пакет нашел, тоже в сторону убрал его. Доском сюда, потом все приберу. Я люблю, чтобы все идеально было. Так, вот это осталось, островок где косить. Вот тут я скосил, вот березку, видите, нашел, оставил ее. Тут все скосил. Лес какой красивый, смотрите. Тут все скосил. Тут тоже вот нашел всякий мусор. Вот еще. Вот сюда складываю. Так что прибирайтесь вместе со мной. Природа должна быть чистая. У себя дома, у соседей, в соседнем селе. Потом все на свалку вывезем. Вот проволокой сколько повырывал. Вот сколько вырвал. Тут в земле нахожу ее, от старых столбов, видать. Это еще надо бардак прибрать. Здесь соседский огород. Вот, кто хотите, покупайте этот домик и землю. Домик за 10 тысяч продается. Если надо, я вам контакты дам хозяйке. Помогу со строителями. Будет такая же красивая дача. Вот, вот какой участок, огород, пожалуйста. Заборчик, видите, старый. Все можно ново построить, там отгородить. Тут хорошие соседи живут. Комарицкий дядя Саша с тетей Полиной. Сейчас у них приехали родственники с Норильска, отдыхают.
ребятишки. Сейчас с ними общался, познакомился. Вот забор, дядя Сашка, красивый, видите? Жизнями построен. О, дядя Володя, он там что-то пилит, вон он. Ножовкой. Так у нас красиво стоит с соседом. Галки, галки, он там. Кочегарки постоянно курлыкают. Такая местная достопримечательность. Вышка у нас, мегафон. Очень хорошая связь, интернет мегафоновский, новая вышка, озеро красивое, там может быть что-нибудь подумаю, потом сделаю какую-нибудь беседку, вон там в леску, в теньке, будет классно, будете приезжать, отдыхать, бесплатно, конечно, вы же земляки, и лес красивый покажу вам, а дерево какое волшебное, смотрите, а трава какая, Сергеевки, жирная растительность, часто у нас здесь дожди, часто солнце, вот оно солнце, так что у нас не бывает тут плохой погоды. Вот какое солнце. На солнце, говорят, полезно смотреть на рассвете несколько секунд и на закате несколько секунд, пока солнце не сядет. Недавно об этом услышал. Пытаюсь смотреть. Но только не когда ярко, когда оно уже садится уже. Вот, или встает с горизонта, тогда можно смотреть. Вот вам привет от солнышка. Наша общая, наша планета Земля. Всех греет, всю планету круглую нашу. Она вращается. Со всех боков греет солнышко. Пока. Пойду дальше косить. Вот березку сохранил. Дай бог трактором еще ее не скосим. Приберем. Вот. Приберем. Самое главное тут сейчас косить. Где деревья? Трава очень густая, сложно прокашивается. Галки. Короче, как с вами не поделиться отдыхом? Вот так лег. Может еще так. Ветерок обдувает, теньки классно. Так лежу. Сапоги снял, ноги уже горят. Дырочки вижу. Деревья, небо. Дырочки. Свои шляпы. Комариков почти нет. Вечером вчера меня дома закусали, в Кыштовке тоже косил вчера до ночи, до самой ночи хорошо косить. Бензотриммер так сильно не греется. Ну как? Так, хотите в деревне полежать? Земля теплая. Уже начало июня. Две грозы уже мощных прошло. Уже можно на земле лежать. Уже ребятишки купаются вовсю, уже недели две на Соломатином озере. Скоро тоже, думаю, купальный сезон открою и вам покажу. Мечтаю уже скорее на таре покупаться, особенно на наших песках, на мусозаводе, за Чернышовыми. Там мы выросли. Так что вот моя мечта сбывается, а теперь я снова на родине. Как можно чаще бываю. Вот. Всю неделю работал, в выходные сейчас приехал. Вот работаю, кашу, улыбаюсь. Видите, как? И мне кайф. Такое дерево волшебное, такой запах свежести. Листья качаются. Вот такое дерево. Так подпилили, видите, аккуратненько. Вот они вертолетики эти. Высохнут, будут летать. Вот и сухие вертолетики. Галки орут. Забор новый, так хорошо. Фух, поспите со мной. Ой, запах скошенной травы, запах листвы, деревьев, родины, тишина. В Таиланде тоже хорошо, в Индии хорошо, но тут намного лучше. Все бесплатно, можно сказать. Там за все надо деньги платить, куда ни шагни. Хотя там дешево в Азии,
в отличие от России, там, конечно, в 2-3 раза дешевле все. И еда, и отели, проживание, и байки, мотобайки, скутера. На родине здесь вообще он мотоцикл поставил, велик. Сейчас видел он родственник, который Сумин на велике катался. Вот по Сергеевке, с Норильска приехал. Одел футболочку, там бриджи и катается. Но еще не купался, говорит, пока. 2 месяца приехал в отпуск. У них отпуск большой у северян. О, спина меньше стала болеть, полежал. Я так лег еще на бугорок такой, как спину выгибает. Вот, выправляет, короче. Так, чисто для вас видео. Для моих ребятишек, внуков, дай бог, пойдут. Будут смотреть про отца, про деда. Вот. Плохо, что нету видео сейчас, например. Я бы деда своего посмотрел, да, бабушку, да, отца. Но тогда не было видео, сейчас хорошо, это все цифровой мир. Ох, полетел. Вон он, ворон. Солнце так пробивается. Вон еще один ворон. Солнце, видите, пробивается так. Прохлада прям здесь вообще так хорошо. Воды бы еще взять с собой, фляжечку попить. Ребят, девчат, бабушки, дедушки, вот оно счастье, жить на родине, иметь возможность быть на родине, это очень круто. Где вырос, где бегал маленький босиком, на велике катался, на тару бегал купаться, рыбачил. Было куча друзей, сейчас всех поразбросала судьба, поразъехались. Но все равно есть некоторые. А вот крапивка, кстати, которую я парюсь в баньке. Вот 2 раза парился. Вчера не попарился. Маленько отдохнет, пускай тело. Потом еще попарюсь как-нибудь. Короче, огонь. Привет, скажи. Света мечтала. Что ты говорила, мечтала? Вот здесь на веранде вот именно я недавно Ленке говорила только. Ага. Дай, помоги. Говорю, знаешь, где, говорю, хочу посидеть? Вот здесь вот на веранде. Прокладненько. Да, и... А ты еще не знала, Свет, что в такой компании посидишь? Вот малой наш. Привет, скажи, Тёма. Тёмка, скажи привет. Ты в Ютубе? Знаешь, что такое Ютуб? На память. Потом большой вырастет, скажешь, о, ничего себе, какой маленький был, чай пил. С батькой. Да, скрутихи. Черемша. Вот у нас вся родня. И друзья. А Петька и Ленка лучше всякой родни у нас уже. Да. Особенно кто в городах живут. Редко бывают. А Петьку с Ленкой мы видим чаще. И помогают всем. И бабушкам, и мне. Вот бабе Свете помогает, бабе Нине. Сейчас мы будем долго-долго. Да. Городки приезжайте в гости, Лиля приезжай. Ага. А вот Танюхе завтра день рождения. Танюха, с днем рождения. Здоровья тебе, счастья, благополучия. Ага. Чтобы в бизнесе все было хорошо. Какой-то. У Таника Танюхе завтра будет 30. В общем, 30. Плюс, 30 плюс. 33. 33. 30 плюс, да. Ага. Здоровья, счастья, благополучия. Всего-всего доброго. Она тоже тут. О, подтягивается. Ой, хорошо. Таня хочет поздравить. Видишь? Колбасы просит кусок. Что, не видишь? Такая веселая у нас компания. Ребят, можете меня поздравить, можете нас поздравить, нашу семью. Дым пошел. Запустили печку. Короче, Петька там переделал. Целый день сегодня переделал, с утра, вот сейчас уже до вечера. Сейчас покажу. Лен вот так вот замазала все. Тут все замазала. Ну. Вот он. Виновник торжества. Петруха, профессиональный печник. Обращайтесь. Такая печка сложить $150 000 стоит. Вот, все. Переделал, получается, здесь плиту. Все, не дымит-то. Все, он топится.
огонечек. Вы горячие. Так, посмотрим, что тут у нас. Вот дрова. Все, можно наливать, допить. У кое-кого сегодня самогонка делается свежая, я знаю. Уже сходил, проверил. Че, Петруха, говоришь? Че говоришь? Я перегородку поставил. Ну понял. Где, покажи? Где? Там. Покажи! Покажи! Показать-то? Ну, да. Я тебе покажу. Ну, рукой хотя бы. Тут сейчас горячая плита она. Где? Здесь? Там. А, внизу. Вот тут, короче, внизу. Да. Вот там, так. Переделал, короче, уголок мы. Так, куда я делаю? Уголок-то другой уголок поставил, да? Да, ну, конечно, да. Видишь, сейчас это лицо. Ровно все. И здесь ровно. Все ровно, здесь. Тут ровно. Чтобы чугунок туда допить? Да. И оттуда потом чугунок с баранин. Оба. Доставать борщ. Филенку кормить. Тушить. И Петьку, а то он худой какой. Сюда уголок поставил. Утепленный он такой, не видно было. И это потопил за подлицо. Ну, все ровненько, красиво. Ну-ка посмотрим сейчас, как топится. Ну что здесь у нас она, видите, ох, красиво, смотрите. По-моему, еще она все это обгорит. Ну тяга уже есть, ну-ка, тихо. Вот, слышите, уже... Щелкает. Уже щелкает. О. А то нихуя не было. Ну, Лена сказала по-русски. По-русски. Коротко и ясно. Чтобы народ понимал. Ну-ка покажи, как ты мажешь. Оп. Потом это все побелим эмульсионкой. Будет красота. Будем потом посиживать и самогон купить. Тут стол поставим в уголочке где-нибудь. А Свете Зимину понравилось здесь, вот мы стол накрыли, видите, как все бело. Так вот тряпочку мама прикрыла. Музычка у нас поет. Вот. Процесс идет. Я уже почти докосил, осталось там 4 на 4 метра, бензин кончился. Пошел помылся, сейчас в колонке воды набрал. Вода сергеевская, вот она. Уже четвертая бутылка. Пол-литровая. От маманя тоже. Пристала. Все моет, помогает. Хочу на диван, дюмой. Ну, с воскресеньем. Ой, самая лучшая вода в мире в Сергеевке. И воздух тоже. Он муки ходит. Куда еще не надо. Он, Ленка, муки ходит. Ой, а мы сегодня приехали, тут знаешь, сколько мы мука, а они все тут вот стояли. Они слышат тополь, они прячутся под тополь. Вот маманя. Мяконькая. Собская. А я сынка единственный. Валерка говорит. Люблю, когда у меня мама дома. Ага. Когда детки дома есть. Зимин Валерка так говорит. Ладно, все, пойду докашивать. Да потом будем прибираться еще в огороде. Ну, блядь. Так. Это твоя, что ли? О, порядок. Вот я бы тебе как бы ебала, блядь, в башке. Нельзя матюкаться. О, дай сюда ведро. Что ты тут меня надела? Петруха курит. Ох, крутой, Ленка. Маком, блядь, села. Ну что, вот я теперь, куда это? А я откуда знал? Да. Ага. Ведро стоит постоянно, накидал. Ага. Петька, что куришь? Ну-ка, дым пусти. Рыбку надо держать, во. Нахрен. Что, тут вода? Нагонка. Вот дурака. Во, крепкая. Крепкая. Просто процесс идет, короче. Что тут у нас? Посмотрим. О. Затонку открой побольше. Нет, это поддувало. Открыть побольше. О. Жарко уже. Вот такое видео крутое у нас. Сейчас не дымит. О, ко мне гости пришли. Дать кости. Вот бычок. Корову бирковный, смотрю.
по-моему, не все. У одного хибирка. Есть оранжевые такие красивые. Какая травка сзади куста. Смотрите здесь. В деревне. Вымя большое, слава богу. Тут фу. Молочко дает. Так, ну я несу бензинчик с вороночки. Осталось маленько докосить. Все, победа, короче. Вот тут 4 на 4 метра примерно осталось. Березка, вот она. О, корова бесится. Вот осталось сколько докосить. Все, косил за сегодня. Там все. Тут еще прокашивал тоже. Там возле дома прокашивал. О, вторая догоняет ее. Галопом. По Европам. Эх, бензинчик. О, как понеслась. Третья. Уши навострила. Идея следом идут. Коровы стадные животные, поэтому гуляют вместе. Так, ну вот, солнце еще высоко. Уже 6 часа, 5:30. Солнце еще вообще вон. Меньше что солнце, мне кажется, выше, чем раньше. И смотрите, как выше блестит. Отражение. Тут же все красиво, скошено. Тут тоже. И все до каши. Так, ребята, ну все, победа, ура! Печку доделали, дым пошел. Газон я весь скосил, весь огород скосил. Так, вот, видите, какая красота. Старался косить идеально, ничего не пропускать. Тут заборчик все обкосил. Тут все пообкосил. Тут все скошено до самого дома. Тут все скошено. И там еще дом еще покосил. Там трава немножко поднялась. Так что... Спина отваливается, но дело сделано, боль приятная. И вот, смотрите. А, запах детства не нанюхаюсь, наконец-то. Возвращение в детство, можно сказать, дача. Такое название можно еще придумать. Ладненько. Фух. А, хорошо. Сейчас еще палки поприбираемся. Прибираемся, бутылки там, что нашел, сейчас откидал от забора, короче, и до дома, до хаты.